Праздничком. Апостол, апостол. Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Амин. Братья, хочу вас видеть. Я просто на пути богоблоком бунта. И все сплодим воли твою духа. И все в моей смерти, и сосова облаты в море. И все тоже брашно духовная яблоко. И все тоже пиво духовная пища. И я в того духовного последующего камени. Камень же где Христос. Мир пищу. И духове твоему. Премудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Глаз ты прятный. Глаз Господень на водах будет славы возгремел. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Иисуса Назарета Галилейского крестился от Иоанна в Иордане. Яби восходя от воды, видя разводящиеся небеса и духа, как голос, сходящ на не глаз быть с небесе. Ты си сын мой возлюбленный, о нем же благоволи. Слава тебе, Господи, слава тебе. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Послыши мир и спасение душ наших. Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, благостояние, святый Божий, терпение, соединение всех. Господу помолимся. Господи, помилуй. О святим храме, всеми с верою, благоговением и страхом Божьим, подящих вонь Господу, помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине, Отце нашим, святейшим патриарце Кирилле, Господине нашем, высокопресвященнейшем, митрополите Тихоне, всей во Христе, братья наши. Господи, помилуй. О богохранимой стране нашей, во всех и воинствия, Господу помолимся. Господи, помилуй.
граде всем, всяком граде в стране, и верою живущих не Господу помолимся. Вот с этим храме всеми с верою, благоговением и страхом Божьим ходящий, гонь Господу помолимся. О благорастворении воздухов, изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже святитеся, водам всем, силу и действием найдем святаго Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже снисходите на воды все действительно присущные Троице действу, Господу помолимся. Еже даровать всем благодать, избавление, благословение в данную силу и действиями найти святаго Духа, Господу помолимся. Еже согрушитесь сатане под ногам нашима, вскоре разоритесь всякому совету лукавому движимому наны, Господу помолимся. Яко да Господь Бог измит нас от всякого навета искушения супротивника достойны, все делай ты, бдещан, и глав Господу, помолимся. Господи, помилуй. Еже просветитеся нам просвещением разум благочестия этим святого Духа, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Еже не спаслати Господу Богу благословение в данного святите воды сия, Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, быть и в Одессе священие, дару грехов, исполнение, исцеление души дела, и на всякую пользу зрядную, Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, быть и в Одессе скачущих в жизнь вечную, Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, явитесь все знания всякого навета видимых и невидимых врагов, Господу помолимся. Господи, очистящих и емлющих в освящении домовом, Господу помолимся. Господи, о изобите сей в очищении души телес, всем веры черпящим же и причащающимся от нея, Господу помолимся. Господи, о изосподобитесь нам исполнить освящение в отце причащением невидимых явлением, святаго Духа Господу помолимся. Господи, помилуй. Иже служите Господу Богу глас моления нас грешных и помилуйте нас, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавиться нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи! Велись, Господи, чудные дела Твои, единое слово довольно будет пению чудес Твоих. Велись, Господи, чудные дела Твои, единое слово довольно будет пению чудес Твоих. Велись, Господи, чудные дела Твои, единое слово довольно будет пению чудес Твоих. Ибо хотя-нибудь несущих грежи быть не преди всяческая, Твоя держава содержащая тварцем, промыслом прочим мир. Ты четырёхся гектар, сочинивающий тырь, безрывный круг, это вещал идти. Тебе трепещут луны, все силы типа солнца, тебе славит луна. Тебе присутствуют звезды, тебе слушает свет, тебе трепещут звезды, тебе работают источники. И простежности небо и кукожи, ты делающий день на глаз. Ты градил эти море песком, ты для дыхания воздуха влиял идти. Ангельские силы тебе служат, архангельские лица тебе кланяются. Многоочий дик, мир и мешает, ты гладкий, серафимы, крестящие, летающие. Страхом неприступные славы Твои погреваются, ибо Бог все неписанный, безначальный, занезлоболанный, решенный на землю зрак, раба прими подобный человечеству был, ибо терпелый владыко милосердие, ради милости Твоей встречи дьявола мучима рода человеча, но пришелый спасти нас, исповедный благодать,
проповедуем милости Ты и благодеяния Сетва нашего рода и свободилищи. Девственности Ты на сетробу родником Твоим, сетварец прощаявшегося, Ты во Бог нас на земле велосвети в человеке пожилищи, Ирданский, что и святилищи, Семесенись по славе святаго пригодуха, И главы там огнесящихся согрешилищи змеев, Самого человека любче при царю прийди, ныне и тим святаго твоего духа, и святи воду сию. Самого человека любче царю прийди, ныне и тим святаго твоего духа, и святи воду сию. Самого человека любче царю прийди, ныне и тим святаго твоего духа, и святи воду сию. И дашь ей благодать избавления, благословение Ирданово, сотвори не тени источника освящения, дар грехов, разрешение до исцеления, демону губительным сопротивным силам и преступным степости исполнену, да все почерпающие, причащающиеся имейте к очищению душ и телес, к исцелению страстей, к освящению домовом, ко всякому пользу изрядну, ты боиси Бог наш и живодою, и духом обновивый, обветшавший грехом естество наше, Ты си Бог наш, водою потопив и приной и грех. Ты си Бог наш, и же морем свободив от работы фараоним и всем род еврейский. Ты си Бог наш, разрешив и камень пустыни, и потекоши воды, и потоцы наводившиеся, и жаждущие люди твои насытивый. Ты си Бог наш, и же водою и гнем применив, и Ильею Израиля от прелести Вааловы. Сам и ныне, Владыко, свети воду сию духом твоим святым. Сам и ныне, Владыко, свети воду сию духом Твоим святым. Сам и ныне, Владыко, свети воду сию духом Твоим святым. Даже всем прикасающимся я и прикрещающимся, и мажущимся ею, освящение, здравие, очищение, благословение, спаси Господи, помилуй великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, И Господина нашего Высокопресвященнейшего Тихона Митрополита Симферопольского и Крымского, и сохрани их под кровом Твоим в мире, покорим всякого врага и супостата, дарим вся язык от спасению и прощения вечной. Да и стихиями человек и ангелы, видимыми и невидимыми, славится Твое Пресвятое имя с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Головы ваши, Господи, ветри клоните. Господи. Ибо еси священие наше, и Тебе славу и благодарение, и поклонение высылаем с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. О Иордане, крещающуюся Тебе, Господи, честь колено поклонение родителя могла свидетельство ваше Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, известно. Явлеся, Христе Боже, и мир просвящен, слава Тебе, о Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, родителем могла свидетельство Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, известно ваше слове все утверждение.
Явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе, во Иордане, встречающуюся Тебе, Господи, искренне явися поклонение, родители Бога свидетельство ваше Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух Святого Вене, известно ваше славе все утверждение, явлеся Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе, премудрость Пресвятая Богородице, спаси нас! Пресвящая Херувима, славнейшая без сравнения Серафим, без искренняя Бога, Слово Родшее, слышая Богородица Телевича. Слава Тебе, Христе Божие, пование наше, слава Тебе! Слава Тебе, Сыну и Святому Духу, и ныне пресная во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Извини, да, не креститесь, Иоанна, изволивай нашего ради спасения, Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистой своей Матери, святых славных и сиквальных апостол, святаго великомученика Георгия Победоносца, святых и праведных Бога Отец, и Кимаян и всех святых, помилуй ты спаси нас, как благи человеку любец. Аминь, во Иордане, крещающийся Тебе, Господи, пророческое лицо поклонение, родители, Бога, свидетельство ваше Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух Святого Вене, известно ваше славе все утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мир нашего храма, я вас благодарю за труды, за пение, за то, что вы с нами, невзирая ни на погоду, ни на что, разделили эту молитву. И вас, дорогие братья и сестры, я благодарю сегодня не меньше, потому что там так устроилось, что и дождь, я уже не стал автобус этот Алексея, раба Божьего, просить, думаю, кто соберется там, как Господь управит. Мы сегодня с вами уже, я здесь непосредственно, может, не все вместе мы, а я здесь уже 6-й год, так Господь управил, совершаю вот это молебное пение на крещение в день памяти Георгия Победоносца. Вот, и молюсь о том, чтобы Господь сподобил нас, вот нашу общину, наш храм, этих людей, балаклавцев, сподобил, чтобы мы с вами имели, по крайней мере, в начале имели возможность, чтобы передало лесничество и государство эту землю нам в пользование, чтобы мы могли здесь возобновить ту часовню, прежде всего, Георгия Победоносца, которая здесь была устроена, и которая много времени здесь простояла, потому что сей источник есть такой апокриф, что Георгий Победоносец явился на скале здесь, и даже оставались и архипелажные греки, вот этот возобновился Пилуса источник, они знали про это чудесное явление, что после его посещения Георгия Победоносца здесь забил этот источник. И такой был рассказ, апокриф, что даже от его коня, на котором он восседал, побеждая змея, мы все с вами знаем эту икону такую, когда он на коне белом побеждает змея. Чудище, чудовище. И вот что он, восседая, явился здесь на этом коне, и от коня, от копыт остались на этой скале следы. И этот источник всегда
людьми, здесь живущими, считался целебным, целительным. И здесь была воздвигнута в честь этого святого Георгия Победоносца, святого подвижника Божия, часовня. Но потом ее разрушили и пытались, мало того, что ее разрушили, пытались и источник изничтожить. И было в советское время, что военнослужащие по приказу выливали определенные такие смеси, масла разные отработанные сюда и вот сюда, для того, чтобы здесь было такое место загубленное. Вот. Но Господь, как мы видим, поругаем не бывает, и источник все смыл, все очистил, и Господь своей благодатью все возобновляет. И мы с вами предстоим этих исторических событий, являемся его свидетелями, вот возобновления этой жизни, духовной молитвы, потому что самое главное не в, как говорят, не в камнях, вот, а в людях. И я надеюсь, что с Божьей помощью вот, количество людей, которые будут молиться вместе, потому что мы посещаем редко, несколько раз в году, но вот я вас всех призываю молиться дома, келейно, о том, чтобы Господь сподобил нам все это сделать. Я вам хочу сказать, что дело движется. По благословению еще митрополита Лазаря, он меня назначил настоятелем сюда и заниматься этим вопросом, так как я, можно сказать, начал эту тему педалировать, как-то про нее говорить. И вот уже перед тем, как владыку освободили от послушания, приезжал с таким рисунком, проектом этой часовни, все, он так возрадовался, говорит: отец Павел, это прекраснейшее место. И написал свою резолюцию, что Бог благословит воздвигнуть эту часовню, все. Ну, я думаю, что все так и будет. И, конечно, я вам уже говорил, что я занимаюсь не только этой часовней, но с Божьей помощью. Когда-то был Свято-Троицкий храм, и вообще в Кадыковке был храм, и в Балаклаве было много храмов. Но все они были разрушены, остался, по милости Божией, наш храм святителя Николая, когда-то, теперь 12 апостолов. Есть мысль, и у меня такая мысль, с Божьей помощью построить где на скале, повыше вот там, так, чтобы с дороги можно было заходить и заезжать, тоже храм. И я занимаюсь вот этим вопросом, чтобы 2 гектара вот этой земли отсюда, вместе с этим источником, и до дороги вот это передали церкви, чтобы мы могли это когда-то, может, там не я, может, кто-то другой, но все вместе, церковь, воздвигнуть храм Божий. И дело это движется. Я у вас прошу и молитв о том деле, и помнить о том, что такое вот совершилось, чтобы вы знали, как оно все происходило, потому что это история, вы должны знать, что и как было. Вот, и благодарю вас сегодня за молитву, желаю всем много и благодарю. Спасибо вас, Господь. Спасибо, Господи.